добрый день. Смотрите, с чего начинается монтаж теплицы с задвижной крышей. То есть, в первую очередь, вы собираете каркас полностью, крепите поликарбонат, надеваете резинку уплотнительную, вот так вот. Вот он, смотрите, идет, видите? Только здесь светло-серое. То есть, вы собрали каркас, покрыли поликарбонатом торцы с резинкой. Следующий этап – это установить нужно основание, профиль, почему ездит сам поликарбонат. Он состоит из трех деталей, если память не изменяет, трех половинок. Верхняя, средняя и нижняя. То есть вы крепите сначала вот нижнюю часть, они адетичные, саморезом. Потом вам самое главное в этой системе со сдвижной крышей, это параллельность двух направляющих. Потом, значит, выставили на торцу, на торце, потом выставляете следующую, через арку, следующую направляющую и лист. Лист, так как идет 2,10, а здесь у нас получается меньше. То есть вам нужно выровнять, вот такой идет прогон, вот с такими, видите, вот здесь вот уши торчат, вот тут вот, ушки такие наварены. И вот он с 20 на 20 идет. И он даже выступает, потому что поликарбонат выдавливает. Надо проверить равномерность. То есть равномерность его хождения, чтобы он был в одной плоскости, как бы по прямой, да, вот так, если смотреть. Видите, как они ходят? Раз. Павел Павлович, ну-ка, открой-закрой. Чтобы лист ходил параллельно друг к другу. Видите? Раз, вот так вот. И вниз. Ты донизу раз, опустился. Обратно. Вот. И который, смотрите, еще самое, что хитрость, как мы сделали. Многие неправильно делали. Мы сделали только, чтобы открывалась, а теперь стену. Чтобы открывалась только стена. Павел Павлович. Смотрите, листы у нас заходят лист в лист. Видите, немножко тяжело. Надо смазывать пазы маслом любым машинам. Вот эти веретенным или еще вот эти пазы, по которым уходит поликарбонат. Вот так вот. Для большей жесткости листа, видите, здесь одет торцовый профиль и перфолента. И саморезами, клопами закреплен. Ну, тут не видно, вот они вот тут. Раз. Ручки, так называемые. И получается, что листы заходят на лист. Многие еще знаете, как делать проветривание? Они не дозакрывают до конца, вот получается, как чтобы корневая система продувалась. Раз. И сверху также немного открывают. И получается у нас... Получается у нас вот такая система проветривания. Видите, здесь небольшое отверстие и снизу. Это очень такое идеально. Можно меньше, больше, кому как нравится. Идем дальше, значит. Прикрутили вы основание. Листы резать надо по 2 метра. То есть, а лучше всего замерить от низа. Видите, уголок здесь стоит опорный. Прикручивается. К чему опирается вот эта часть? Видите, оперлась вообще вот так. И вот до этого прогона. Видите, вот здесь прогон идет. Вот он. Замерить это расстояние и должен надеть профиль. Сейчас я вам покажу. Заходим внутрь. Вот он, видите, для более жесткости, вот он профиль одет тоже внутри, без перфоленты. Идем на другую сторону. С другой стороны, у листа, который крышной, верхний, идет в верхнем пазу, да? У него тоже здесь прикручено, здесь тоже. Вот видите, лист режется по этому прогону. У него тоже ручка здесь прикручена, для жесткости, чтобы, видите, заходило. Здесь уголок опорный. Чтобы дальше он не пошел, когда вы его с другой стороны толкаете. Вот и все. А эта сторона, одна сторона, намертво прикручена. Она не движется. Она не нужна. То есть только две панельки ходят. Вот такая мини-инструкция по сборке. И вот видите, снаружи подлиннее клоп. Внутри там маленький идет. Вон там внизу сам, вон там он. А здесь чуть длиннее саморез. Самое главное. Проверяйте размеры, чтобы лист ходил ровно по всей окружности. Для этого надо очень выставить качественно каркас.
что мы вам рассказали, как происходит монтаж теплицы со сдвижной крышей, вот они рядышком стоят. Все очень просто, но надо уметь. Поэтому огромное спасибо за просмотр, смотрите, приобретайте, всегда поможем. Огромное спасибо!